Здравствуйте, с прогнозом погоды вас знакомит Максим Пивоваров. Магазин Сейф.ру предлагает современные сборные металлические стеллажи, которые добавят комфорта в вашу жизнь. Подойдут для хранения домашних вещей, рассады, зимних заготовок, инструментов, документов и многого другого. Металлические стеллажи можно приобрести по адресу улица Бурова-Петрова, дом 100, второй этаж. Район Дзержинского кольца. Всегда в наличии на складе, широкий ассортимент размеров и все по доступным ценам. Телефон для справок 42 88 82. А теперь о прогнозе синоптиков. В четверг синоптическая карта Зауралья будет представлена ненастным циклоническим вихрем с центром над Уренгоем. Но если ночью большая часть региона будет находиться в теплом секторе этого циклона, насыщенного влажным атлантическим воздухом, то днем, ближе к вечеру, станет прорываться холодный атмосферный фронт, сопровождаемый интенсивными ливнями, локальными грозами и порывистым ветром. В Екатеринбурге плюс 20 плюс 22, в Челябинске плюс 24 плюс 26, в Тюмени плюс 21-23, ливни, грозы. В Кургане облачно, небольшой дождь, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 10 плюс 12. Днем в Кургане облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза, ветер западный 5-10 метров в секунду, порывы 13-18 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23-25. Атмосферное давление будет падать и составит 750 миллиметров ртутного столба. 24 мая солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго!